Поздравления с наступающим Новым годом от Деда Мороза томичи могут услышать прямо в общественном транспорте. В городских троллейбусах работают актеры. Такой подарок горожанам сделала мэрия, а если рассказать стихотворение или спеть песню, можно даже получить подарок. Всем счастья, здоровья в Новом году! Спасибо большое. Ну-ка, внучка, доставай подарок бабушке-то. Нас попросили вот поездить в общественном транспорте и поздравить всех с наступающим Новым годом. Все довольны, все улыбаются, рассказывают стишки, отгадывают загадки.